Вакуумная упаковка сосисок. Помещаем упаковку 400-граммовую в камеру вакуумного упаковщика. Закрываем крышку. Начинается процесс откачки воздуха из камеры вакуумного упаковщика, соответственно, из обоих пакетов. После того, как полностью весь воздух откачан, поднимается сваривающая планочка и запаивает пакеты в безвоздушном пространстве. После того, как это все выполнено, идет впуск воздуха. И открытие крышки. Пожалуйста, готова упаковка.